принципе, фигурист звезд с неба не хватал. Да, выступал уже на этапах Гран-при, время от времени он появляется, но... Ну, неплохо. Аксель начал, неплохо. Десятые места, 12 у него были, то есть в самом конце. Ну, а за Аксель ему приплюсовали. Хорошая крутка. Очень хорошая крутка. Второй прыжок скручивает. Тройной луч, тройной тулуп. Рискованный переход с наружного ребра на внутреннее в вращении в начальной фазе. Молодец. Со всеми заявленными прыжковыми методами он справился. Здесь в этой позиции плечи должны быть максимально развернуты. То есть они должны как можно, что называется, под более вертикальным углом ко льду находиться. А лучше даже развернуть туда вверх, в сторону потолка. Здорово, все он сделал. Молодец этот парень из Ванкувера. В его родном городе проходили Олимпийские игры 2010 года, но на них он не выступал, хотя...